И буквально час назад в Минске завершилось заседание Священного Синода. Впервые за всю историю Русской Православной Церкви Синод провели на белорусской земле. Заседание иерархов проходило в закрытом для прессы формате. Под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла члены Священного Синода заседали более 6 часов. Все это время журналисты ожидали оглашения решения Священного Синода. На сегодняшнем заседании Священного Синода было принято решение о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Это было вынужденное решение, но иного решения не мог принять наш Священный Синод, поскольку к этому вела вся логика последних действий Константинопольского патриархата. Как отметил священнослужитель, прихожанам на такое решение надо реагировать спокойно. В практическом плане это означает, что совместное богослужение с Константинопольским патриархатом совершаться не будут.